Одна из очень серьезных особенностей нынешних выборов состоит в том, что про них практически никто не знает. И наша задача сделать так, чтобы помимо того, что мы агитируем за нашу команду, мы постарались бы добиться, чтобы на эти выборы пришло как можно больше людей. Мне кажется, что эти выборы даже важнее, чем президентские, потому что до президента подчас можно и не добраться. А вот до тех людей, жителей, которые идут в депутаты, вы можете добраться ежедневно и общаться с ними, и требовать от них внимания и ответственности, и возможности проконтролировать органы власти.